это все, что там можно. Правый ряд перестройся. Задела сплошную линию перед выездами, вот поворотами, вот эти длинные сплошные линии, видишь, мы вот взяли и перестроились в левый ряд. Перестраивайся. А там знак какой был? В правый ряд перестройся. И был там знак 40, опять по сплошной, видишь, да? Конечно, нельзя. В левый ряд перестройся. А здесь тоже есть? Здесь тоже нельзя. Выбирай место для остановки. Стоим. Стой. Не выезжай на проезжую часть. Смотри, все линии разметки мы нарушили. Там пусть будет даже 3 раза это. Каждые по 5 баллов. Если они не прямые, а вот... длинные просто. Они вот, ну вот слева от тебя длинная, видишь? Видишь, она откуда вот начинается? От нашей машины и до перекрестка, видишь? Угу. Там таких линий разметки было полно, где нельзя их было пересекать. Тогда надо ждать, как машина развернется. Да, да, либо заранее. Во-первых, все линии мы разметки нарушили. Знак 40 действия скоростного режима мы тоже нарушили. И еще и здесь остановка запрещена, потому что там знак остановка запрещена. Поехали. Все, что нужно выполнить с остановкой и со скоростным режимом, вот где, видишь, с магазина Автосити справа, вот его проезжаем, вот он, перекресточек. Все. Понимаешь? Газ в пол, газ в пол, газ в пол, нам там фура летит. Вот. Вот он, перекресток. И все. И все действия знаков, те уже запрещающие.